Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Приветики, омлетики. Сегодня мы будем проходить хоррор. Играем в игру Гаррис Мод. Называется карта Рената Хоррор 3. Если опять кушайте, приятного аппетита, и мы начинаем проходить хоррор. Погнали. Ох ты, блин, испугал. Молодец. Нифига себе, ну по ушам бьет. Морбиус. Так, 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 сейчас что-то будет по-любому. Так, Серега, жду тебя. Так, Кум Румс. Кам, это Кам Румс. Да я знаю, как читаю, просто проверяю. Видишь, ты тоже знаешь. О, Дима, тут кактус. О, это жесть. А зачем он так делает? Че это вообще за карта такая странная? Ой, блин, ребята, сразу ставьте лайк, подписку, потому что чувствую, нас ждет карта мемов, да? Я так понимаю? Да. А ты где? А вот он. Давай, идем. Опа. Прикольно. И что это вообще? Это что, так и будет вся карта? Подожди, сейчас это должно пройти. Это издевается над нами. Ну да. По приколу, чисто поржать. И долго висит, смотри. О, все. О, наконец-то. Так, ну что, пошли. Кактус-то. Что за... Когда кактус берешь, он орёт. Блин, ну прикольно, мне нравится. Ну, я возьму. Да. Дурак? Пошли с ним. Может, его надо куда-то отнести? Это, знаешь, Бэкрумс, кажется, тоже какой-то. Ну да, только такой с прикольчиками. Что он орёт? О, сюда, Сережечка, нам. Точно, Бэкрумс. Ух ты, блин, дурак, испугал меня. О! Типа хоррор, да, звучка? Закрыто. О, дверь, Тима, может сюда нам? Серега, это вообще хоррор, что ли? Так, нам нужно какой-то ключ. Вот ключ. Страшный мэн, принеси мне мифидрон. О, вот. Это мой. И что, давай попробуем, может, уже можно? Надо кольчик открыть. А, нужен большой ключ. Так, там мы были, тут были. Так, я стоп-сон прописал, потому что он реально поет такие жесткие песни. Ну, хоть Дима, я монтировку брать. Тут нашел. А, идем тогда разбивать. Я иду, че, погоди, надо вот этого драгдилера убить, кажется. А, да-да, он же написал, Айн Ил. Я убью тебя. Ого. Мочи, драгдилер. Нифига себе музло. Я понял, откуда эта музыка. Офигеть, вот это лупашит. Ты его мочишь, да? Я убил его. Есть. Так, может, дверь открылась? Нет. Нет, надо вот это, надо это этому... Это яички или что это? Да. О. Все, я забрал. Good key. А, в эту же дверь нам вроде надо. Не, вот. Не, Дима. Дим. Понял. Ну я так, на дурачка, потому что здесь так все странно сделано. О, пошли. Ах ты тварь, блин! Ёп! Калеменекал, ты видишь, как оно громко было? Анекдот. О, из Дельта Руна. Когда мама отменила задание по русскому языку. Блин, это кринжовая карта, очень такая. Пошли, Сережечка. О, я знаю, сейчас будет какой-то подвох, иди. А ты вниз посмотришь. Нарисованные, кстати, шипы, чтоб ты думал. А ну я тогда тоже пойду. Ой. Офигеть, везде музычка, все. А что, ты взял что-то, да? Да, большой ключ.
Теперь обратно надо. Погнали. Офигеть. Прям целые такие миссии. Так. А, вот так, а как же она откроется? Она так откроется. А что? Так, еще тварь, а? Спанч Боб в трусах бородатый. Во все чашки, во все чашки. Угу. Луна нарисованная 2D-шная. Манки, Дима, обезьяна, горилла, манки. Манки. Так, подожди, давай тут посмотрим, ничего? Нет, а ну давай сюда. Я думаю, а, вот манки. Да, вот сюда, наверное. Я думаю, там сверху банан, и мы должны взять этот банан, дать обезьяне. Так, наверное, сейчас так и будет. Отлично. Сейчас что-то будет. Сейчас, сейчас, сейчас. Во. О, Джо Байден. Байден. Тауэр. Байден. Это кто у нас? О, с Дельтаруна. Это челик. А ну-ка какой-то. Сюда. Мэн, это, открыто. Это место сосет жопу. Так, проверяем все комнаты. Фига себе он тут наделал, Серега. Он, короче, решил Дельтарун перенести в Гаррис Мод. Да? Да, ну тут, смотри, можно взаимодействовать с людьми некоторыми, они говорят что-то. Угу. К черту эту тупую башню Байдена. Бидона. А ты нажимай на них, они что-то говорят. А я нажимаю, да, у меня светится. А вот, вентиляция, смотри, Дима. Ага, понял, пошли. Да, давайте какой-то еще нам кринж. Кринж скримак. А что у нас, кстати, по 90 хп, а не по 100? Мы где-то уже жизни потратили свои. Так, я этого, да, где Лера Пилу, он это... Сдачи дал. Да, фингал это... Вот туалет. Один... О, ключ. Лежал ключ. Угу. Так, давай сюда. Идем, 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 идем. И комнаты какой-то. О, так мы уже здесь были. А, мы там зашли, а с другой стороны вышли. Нифига себе. О, так, Серега, давай ты в ту дверь, и два вместе пойдем. Так, закрыто. Закрыто, понял. Что-то надо сделать. Видишь, проводка какая-то? Может, да-да-да. Давай сначала проверим здесь все. Закрыто. Открыто. Так, здесь ящики. Что в этих ящиках? Нифига. Ой, извини. Ничего страшного. Там Спанч Боба я вижу через стенку. Ой, коробка выкатилась. Так, подожди, мы что-то пропустили, да, наверное? Ну, сейчас найдем, Дима. Может, назад можно вернуться, не? Нет, закрыто. Наверное, уже нет. Не, можно вернуться. Так, ну, я пока туда не буду идти, я проверю. А я здесь проверю. Мы тут были уже. А здесь мы тоже все проверили. Пойду обратно. Здесь, мне кажется, ключ все-таки нужен. Тут VIP-комната может. Да, вот. VIP-рум, Дима. Иду. О. О. Еще какой-то ключ. А вы задрали, ключ давай. Ключ от кухни. Ключ от кухни, Дима. А где здесь кухня? Надо искать. Дима, кстати, не бойся, это не авторская музыка. Да? А я стоп-словом прописал, да. Потому что она орет. А зря. Понял. Это с Дельтаруна. Так, закрыто. Закрыто. Так, не здесь, значит, это вот... А где она? Вот, подожди, а может... Вот, кич. Да, сюда, кич, сюда. Вот написано. Кухня. Отличненько. Сейчас повнимательнее, Дим, тут где-то ключ может валяться. А, вот он, на столе лежит. А, и записка какая-то. Записка. Хей, а я иду к Джо. Дидис. Я иду в комнату Джо. Он зовет меня пойти с ним куда-нибудь. Без каких-либо причин я вернусь через пару минут. Для Джейсона. Ты потерял свой электрическую ключ-карту снова. Так что я ее оставил новенькому в его комнате. Если ты будешь... Если ты снова потеряешь ее, я надеру твою задницу. Так, надо нам комнату для новенький. Ну, получается так. А как где новенький? Сейчас... Ну-ка, я сейчас схожу сюда. Закрыто. О, Дима, вот открыл. Это здесь вот? Открыл. Бегу. It all costs do not turn the... Вижу. Один я не хочу нажимать, так что... Оп.
Нет, не нажал. О, а свет отключился. Вот и все. Хоррор. Так, может сейчас что-то начнется такое жесткое прям? Эй, какой-то кринжовый. Ого, темно. О, где Байден? Байден пропал, бидон пропал. Сейчас, наверное, будет за нами ходить, это будет прикольно. Дима, вот сюда. Ага, иду. Да-да-да, сюда, давай. Нарисовано. Так. О, Гой, ну идем. Йо, Байден, эй, чувак, помоги мне, пожалуйста. А вот он сидит, мужик. Прикольно сделано. О, у тебя же монтировка. Быстро, мы должны уходить отсюда. Ой, беги. Ого, он зловещий. Дверь закрыта. Дима, мочи его, мочи его, мочи. А чем мочить? Не мочим. Давай я возьму оружие. Вот, лежит оружие, бери. Ха-ха, я админский пистолетом стрелял. Так, пошли. Да блин, я машинально взял, я просто испугался очень, что он нас убьет. Что за бред? Башня зла была уничтожена. Это действительно конец? О. Конец. О, дискотека! Спасибо, что играли. Нормально тусим, пойдем. Серега, мы прошли с тобой хоррор, это было очень прикольно. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики.